Добрый день. Поговорим сегодня о так называемой неотразимой угрозе. И почему нужно создавать только неотразимые угрозы и даже сознательно иногда отказываться от каких-то пустячковых угроз в середине игры, ну и в окончаниях. Итак, посмотрим на эту позицию. Играл я эту партию давно, 5 лет назад, даже больше получается, почти 6 лет назад, с сильным гроссмейстером Новиковым Станиславом. Итак, как здесь играть билл? Первое, что приходит в голову, это то, что король черных в длинной рокировке, король белых в нечто похожем на короткую рокировку. Ну, конечно, тут пешечная структура для рокировки слишком плохая у белых, да, но напрашиваются какие-нибудь нападения, напрашиваются нападения где-нибудь на ферзевом фланге. Там dc, bc, там b4 со вскрытием линий, a4, a5 и так далее. Да, конечно, немножко висит на g4. И, наверное, ни для кого не секрет, что ну, защитить неплохо, да? Защитить неплохо пешку. Еще, кстати, напрашивается способ защиты побить. Слон бьет a6, слон бьет a6 и g5. Напасть на слона. Но, если бы это белые сделали, то что бы было? На слона напали, слон благополучно отошел, атака у белых полностью закончилась. Полностью закончилась атака. То есть, одна отразимая угроза, которую легко отразить, от которой легко защититься, берет и как бы заставляет белых отойти от атакующих планов уже к каким-нибудь оборонительным. Уже у белых атаки никакой нету. Если вдруг они догадались бы пойти b4, было бы еще хуже. После этого побили. И атака здесь может быть, но только у черных. Но никак не у белых. Черные могут разменять ладьи и спокойно по слабым полям залезать в лагерь к белым. Что же вместо этого делают белые? Они вначале защищаются от непосредственной угрозы пешки. Дальше. Белые начинают готовить взятие на h6. Я прошу заметить, не сразу берут, а готовят. Нужно немножко потерпеть. В чем главная причина слабости игры молодых шахматистов? В том, что они не умеют терпеть. Им сразу нужно бить. Сразу нужно побить на h6. Сразу нужно побить на c5. Вот побить, напасть и потом увидеть, как соперник благополучно уходит. А идей у нас нет. Хотя прямо сейчас у черных вот очевидно есть такая жутко неприятная связка. Так, пока есть эта связка, мы никуда не торопимся. Мы готовим нападение. Готовим. И выясняется, что конь, как ни странно, попался. После хода f5 конь летит. После хода f5 конь летит. Уже 4 нападения на 3 защиты. Конь связанный. И спасение... Спасения за черных не видно. Вот, белые, получается, потерпели всего 3 или 4 хода. Но зато теперь реально защититься от их угрозы нельзя. Ну, реально нельзя защититься, да? То есть, как, если конь уйдет, тут такая жутко-жутко неприятная угроза есть. Хода f6. Да, и неожиданно в этом углу слон попался, и следом еще и пешка проскочить где-то может в ферзя, да? Ну, проскочить не проскочит, но попробует. Попробует, по крайней мере, и фигурку выиграет. На все остальные ходы просто бьем на h6. Но в партии гроссмейстер побил на g4, что ему не сильно помогло. В промежутке были размены. Ну и тут не сразу стал бить коня, а в промежутке пошел сюда и сюда. Теперь грозит и ферзь d5 шахом, и e7 с проведением пешки ферзя. Коня вроде не проиграли, но столько проходных пешек, что спасения не видно вообще. Это первый пример, как нужно потерпеть, но убрать у соперника все возможности для защиты. Второй пример хочу показать. Играл черные против очень сильного международного мастера, который, кстати, белыми проигрывает по большим праздникам. Ну вот получилась такая позиция, где у черных все-таки перевес. Две ладьи сильнее ферзя, но возникает вопрос, как делать, как быть, что делать вообще.
У белых ясный план. Вести пешку, по крайней мере, на c6, потом где-то с помощью ферзя может и попробовать превратить ее в ферзя. У черных вроде бы ясного плана нету, да, атаковать нечего. Но, подумаем, какие неотразимые угрозы можно создать сопернику? Во-первых, стоит заметить, что на второй линии слишком много дорогих белых фигур. И король, и фель. Сразу возникает мысль, нельзя ли здесь вилку как-то поставить. Там всякие h3, слон h4, ладья f2. Можно, конечно, так попробовать, но на h3... И на взятие королем уже слона на h4 не поставишь. А даже если и поставить, то пешка уйдет на f3. Вывод, получается, вилку таким путем не поставить. А что если подвести ладью на линию f, отвлечь короля и потом уже бить на f2? Вот от этой угрозы защиты за белых не видно. Собственно, как черные пошли. Сразу на f7 ходить нельзя, бьет слон. Черные отошли немножко назад. Белые выполняют свой план, бегут в ферзя. Ладья f2. Тут перед нами опять стоит большой выбор. Что делать? Хочется, конечно, побить на f2, якобы с вилкой, но эта угроза отражается элементарным разменом. Ферзь бьет f2. Ферзь бьет f2. Ладья бьет f2, король бьет f2. В окончании с разноцветными слонами... Черные на выигрыш точно не играют. Как бы им еще из-за связанных проходных белых не проиграть. Да? Что еще напрашивается? Конечно, детсадовское взятие пешки, да еще и с шахом. Но как же от этого устоять? Но выясняется, что в случае такого хода король благополучно уходит на h3 с нападением на ладью. А пешка на e5 все еще висит. Например, на ход ладья f4 ход ферзь e5 будет очень неприятный. Просто страшно неприятный ход для черных. Поэтому черные отказываются от легкой и отразимой угрозы и пытаются исполнить неотразимую угрозу. Черные отдают пешку на h3, чтобы выманить короля от защиты пешки f2. Белые кушают, и ладья бьет f2. Нисколько кушая пешку, сколько создавая угрозу ладья f3, от которой защититься невозможно. Теперь ни слон. Ферзь может только защититься, но только ценой собственной гибели. А уж с лишней ладьей как-нибудь мы бы выиграли. Например, шах. Ну тут мастер не стал доигрывать, он мог бы, ну так, сделал глупый ход слон f7. Мог, конечно, попробовать позащищаться ферзь g3, но тогда бы... Черные напали именно неотразимой угрозой, и ферзь бы потерялся. Ну, а ладья бы справилась с пешкой. И еще раз. У черных был выбор на этом этапе. Что делать? Они могли сразу попробовать пойти h3, там, попытаться слоном и ладьей выиграть пешку. Но они решили, что нужно не сколько пешку выигрывать. Они в итоге и выиграли пешку. Но пытаться создать сопернику неотразимую угрозу мату. Или угрозу проведения пешки в ферзя. Ну и, наконец, еще один пример. Тоже давно играл такую партию. Здесь у белых просто глаза разбегаются от возможностей. Как говорится, атакуй не хочу. Хочешь, ходи ферзь h5. Хочешь, ходи ферзь h2. Хочешь, королем на h2 нападай. Хочешь, e5 ходи. Но все эти одноходовые нападения, если посчитать чуть дальше... не помогают выиграть. Легкая защита. Ферзь h5. И тут, как ни странно, слон e6 есть страшнейший удар. Если пешка бьет, пешку можно побить. И у черных 3 пешки за фигуру. Если пойти e5, то черные бьют пешку. И наши сдвоенные пешки никуда не идут. Если пойти ладья c6, просто побить пешку. Соперник активно развивается, и опять у нас проблемы. А какое же правильное решение в позиции? А правильное решение в позиции опять неотразимая угроза. Ход ладья f1. Мы ни на что не напали. Кажется, ход абсолютно бестолковым, но следом, если черные ничего не предпримут, просто будут развивать слона. Последуют ходы e5, ладья d7 и на ладья e7 f6. И вот это реально неотразимая угроза, от которой защититься невозможно. Поэтому очень часто самые страшные угрозы скрываются за скромными ходами, которые убирают у соперника возможность как-то защищаться.